Спортсмен, бодибилдер из Северной Африки торговал запрещенными препаратами в Перми. Там последние 2 года молодой человек жил и учился. С успехом выступал на различных соревнованиях. А в свободное время продавал наркотики. Задержали драгдилера с поличным. Одному из клиентов он продал 4 грамма мефедрона за 12 тысяч рублей. Сделка проходила под контролем оперативников. В ходе личного досмотра уже после задержания были обнаружены денежные средства, используемые в проведении оперативно-розыскного мероприятия. Также было обнаружено наркотическое средство мефедрон. Свою причастность он не отрицал. Стражи порядка наведались и к двоим постоянным клиентам 22-летнего задержанного, его однокурсникам-землякам. Имеется ли у тебя что-то в квартире запрещенное? Оружие, наркотики, деньги, добытые преступным путем? Молодым людям грозит штраф и выдворение за пределы России. Наркоторговец может отправиться за решетку на 20 лет. Он стал фигурантом уголовного дела.